планируете? В смысле? Я говорила... Ты уже каталась, Саша, дай ему катиться. А потом кто? Я прокачусь, потом сразу он, я же потом просто пойду. Я тоже хочу гулять. Я быстренько потом... Да-да-да! Да иди, да ты что ты за... Сиди, Ростик! Ростислав! Ты что мне я написал? Все, видишь, да? Ты упала. Так ты же каталась. Так и че? Там сиденько опустить надо, Саш. И че, что я каталась? Я еще прокачусь. Чем ты это... А че ты посмотрел сейчас? Я думал, он что-то мат. Да, без мата. Зачем ты это прочитала? Ты же должна была в конце. Я думала, он что-то с матом написал. Лишь бы ты упала, я прям молю. Потому что мы ненавидим друг друга. Я думала, что с матом написал. Спустя год. Я тебе напишу. Чем такая? Перетормозная матрица. Добавь меня в ВК. Нет, она меня только добавит. А нет, у меня номер и где-то на сайте. А ты что подслушиваешь? Толик видеорегистратор. Санечка, Санечка. Где Санечка? Санечка, снимаешь? Санечки нет. Санечка, снимаем! Да. А что если я сама дарю так объехать? Было вообще классно, я бы объехал сразу. Без резки. Давай передний нажимай, вперед лети, прямо так, щучкой. Давай быстрее. Откуда Данила сегодня? Я знаю его, я с ним, ты понимаешь, я с ним футбол каждый раз играл. А я его очень знаю. Я его года два уже знаю. Даже больше. Нет, я сейчас с ним не общаюсь уже как два года, но до того Данила сегодня. А ты его откуда знаешь? Просто он друзья с ним. Где? А как? Сейчас велосипед приедет. Я с ним в футбол играю. Блин, меня покажите. Играл, мы гуляли с ним. Потом... Что ты хотел? Потом... Мы на белую пойдем. Зайдем? Сейчас. А тут нету, да? Телеграмма такого нету? Я прочитала. Да. А что ты написал? Я боялась, что он что-то с матом написал. Он стопудово бы что-то мне с матом написал, потому что я не могу не написать. Первый раз, когда последний раз катался. Год назад? А нет. У меня еще года месяцев 6-7 катался. У меня папа. Я без рук давно не ездил. Я по всему телецентру могу без рук поехать.